Египетские беспорядки не коснулись знаменитых курортов, которые так любят посещать россияне. Рейсы из Москвы в Хургаду и обратно весь день вылетали четко по расписанию, за которым сегодня внимательно следили не только родственники туристов, но и столичные полицейские. Они не оставляют надежды встретить у трапа самолета 54-летнего Сергея Кабалова. Бизнесмен из Саратова прославился на всю страну благодаря показанным в эфире НТВ видеокадрам с борта чартера авиакомпании «Когалым-Авиа». 2 недели назад прямо в салоне он до крови избил стюарда за требование потушить сигарету. По прилету египетские полицейские дебошира отпустили, после чего пострадавший обратился уже в российские правоохранительные органы. В Домодедово Кабалов должен был прилететь еще накануне, однако стражи порядка и журналисты ждали его напрасно. Теперь полиция взяла под наблюдение все столичные аэропорты.